Всем привет, ребятки, меня зовут Пиксель, сейчас я нахожусь в деревне жителя номер 13. Я думаю, ребята, что по названию и по превью вы уже все поняли. Я сегодня не один, со мной сегодня Гоша. Гоша, привет, дружище! Привет! О! Так, ребята, мы пока что можем вместе вот так вот ходить, тут развиваться. Значит, Гоша, у нас сегодня с тобой самые настоящие деревенские соревнования. Значит, смотри, и вы, ребята, тоже. У нас у каждого вот такая вот одинаковая локация. Давайте я, наверное, включу, наверное, лучше гейм-мод, чтобы вам это сверху все показать. То есть у нас есть вот такие вот локации. Так, вот этот вот зомби, Гоша, он идет к тебе! Друг, я тебя спасу! Я тебя спасу! Просто у нас, ребята, определенная сложность, которая необходима нам для выполнения наших заданий. Значит, сначала у нас деревенские грядки, потом у нас, ребята, нужно копать тут, потом опять копать, а потом, ребята, я вам не скажу, чтобы вам было интереснее смотреть. Самое главное, ребята, что сегодня победу, собственно, определит не тот, кто первый закончит конкурс, ребята, а тот, кто больше всего насобирает изумрудов. Гоша, ты готов, скажи мне? Я вообще всегда готов. Это радует. Значит, смотрите, ребята, изумруды спрятаны везде. Тут их можно копать и так далее. Значит, Гоша, смотри, твоя задача делать как тебе удобно. Либо ты заканчиваешь самый первый и, собственно, делаешь ставку на то, что я как бы там не выскопаю все изумруды. Либо ты как бы копаешь прям все изумруды и делаешь все максимально медленно, но, так сказать, качественно. Поэтому свою тактику ты выбираешь сами. Точнее, сам. А вы, ребята, можете написать в комментариях, какую тактику выбрали бы именно вы. И можете играть в такую подобную мини-игру со своими друзьями, строить она не особо так и долго. Пиксель, значит, слушай, пока ты не вышел, дай мне еды, а то я сейчас умру. А, еды, хорошо, хорошо. Значит, давай я выдам тебе немножечко еды, наверное, и себе, скорее всего, тоже. Значит, смотри, выдам нам, давай, вот по 2 стака жареной тупо свинки, бери свиночку, а мы, ребята, будем приступать. Будем начинать, уже немного заговорились. Гоша, так, закрываем калитку, и давай, на счет 3, ты готов? Ты готов? Я готов, всегда готов, раз, давай. 2, поехали, все. Сначала нужно, ребята, быстро скопать грядки, благо я это делаю достаточно быстро. Так, так, нет, Гоша, ты не должен меня опередить. Быстро, ребята, берем кирку и погнали. У всех, ребята, полностью одинаковая местность, и мне нужно найти сейчас, соответственно, скопать сначала 3 алмаза для того, чтобы сломать обсидиан. Так, вот я нашел уже сундучок. Так, 2 палки есть для крафта кирки. Так, вот они, алмазы, ребята. Хочу еще, знаете, насобирать немножечко изумрудов. Так, Гоша, ты-то, наверное, тоже ускоряйся, а то еще, знаешь, как-то будет не очень прикольно, если я тебя 100% выиграю. Все, ребята, я все вообще собрал, что можно было. Быстро крафчу теперь алмазную кирку и приступаю к тому, чтобы рубить обсидиан. Рубить обсидиан, так, поехали. Так, сундук здесь находится в самом центре, ребята, я-то это знаю, и я могу к нему, собственно, сейчас без причины, так, точнее, беспрепятственно пробраться. Гоша, я тебе так скажу, что никакие блоки ставить ты не можешь, то есть взбираться на обсидиан тебе нельзя, то есть только ломать, то есть ничего ставить ты не можешь. Что такое? Ломать я умею. Ломать это хорошо. Так, я смотрю, ты тоже уже скрафтил кирочку, а я вот, знаешь, не могу найти сундук. Я так понимаю, наверное, вот под этим блоком. Так, ребята, и... Так, отлично, отлично. Так, забираем еще 2 изумруда. Вот это вот барахло мне не особо теперь нужно. Итого, ребята, у меня уже 5 изумрудов. Давайте вот это все поставим на место. Гош, сколько у тебя уже изумрудов там? У меня там 3 изумруда. Так, 3 изумруда. Заходим, ребята, сюда. Так, и теперь нам нужно... А, я вспомнил, ребята. То есть нам вот в этих всех сундуках нужно найти сейчас книжку, ребята, где будет записан наш код-пароль. Так, паучий глаз, ребята, это именно такой, знаете, троллинг. Так, еще паучьи глаза. Так, да блин, а где же книжка с паролем? Где книжка? Так, Гоша, а ты там уже где? Так, ты еще... Да я нигде, я еще опаздываю. Как тут это? О, 2 изумруда, панал, я убежал. Все, так, до... Ну все, давай, забегай, ты чего стоишь? Так, ребята, о, пароль от Гоши. Так, а какой у нас пароль? 2975, вводим, 2974, ой. О, 2, я 9... пароль нашел, ха-ха. Серьезно? А-а-а. Так быстро? Да-да-да-да-да. Так, он меня, ребята, догоняет, а ролик-то, ребята, знаете, получается очень быстрым, поэтому, знаете, наверное, еще пару раундов сделаем, чтобы точно, так сказать, все было очень честно, и мы по итогу нескольких раундов все определили. Тут у нас сейчас будет, ребята, самая настоящая битва зомби. Кстати, стоп, что? Что? У нас, кажется, Гоша, все зомби просто умерли, поэтому 100% нужно будет делать 2-й раунд. И, в принципе, я закончил. А где они? Я не знаю, что случилось, но давай определим по итогам. Так, забирай все, лутай все сундуки, и давай мы определимся, сколько у кого изумрудов. Сколько, собственно, у тебя изумрудов, и сколько изумрудов у меня. Сколько у кого вышло, и кто победил в первом раунде. Раундов, конечно, ребята, будет несколько, потому что, сами видите, все получается очень, очень динамично и очень интересно. Итак, Гош, сколько у тебя изумрудов? Ну, 10 изумрудов. Слушай, ну, у меня тоже 10, ровно 10 изумрудов. Итак, ребята, мы точно приступаем ко второму раунду, потому что пока еще, ребята, непонятно, кто же из нас все-таки победил в этой мини-игре.
Слушай, давай все-таки нужно еще доставить счет на то, что ты быстрее прибежал, поэтому, наверное, ну, нужно... Ну, нет, Гоша, я же говорю, здесь, я же сказал, побеждают изумруды, побеждает определенно не скорость. Ладно, ребята, приступаем ко второму раунду. Итак, ребятки, начинаем второй раунд. Гоша, ты мне скажи, ты, как ты считаешь, вот просто сделай ставку, ты победишь или все-таки проиграешь, как ты считаешь? Я старая няша. Я понял, я паучок. Ладно, ребята, на самом деле мы немного усовершенствовали карту, вот, застроили там всех этих зомбарей, надеюсь, что они не пропадут, потому что они, собственно, и имеют вот этот вот весь прикол, потому что нужно через них как-то либо их всех убивать. В общем-то, ребята, думаю, вы понимаете, что там они был основной... приколисты. Да, вот. Там был основной закос, ребята, на то, что там должны быть зомби. Мы еще вспомнили там паучков, ребята, в общем, там полный комплект. Кстати, пожалуйста, напишите прямо сейчас в комментариях, как вы считаете, кто же победит в нашем, так сказать, деревенском состязании? Гоша или все-таки я? Также можете написать, собственно, с кем мне еще сразиться в этом состязании, ребята. Все, давай на счет три, Гоша. Один, два, поехали, поехали, Гоша, побежали, побежали. Куда поехали-то, куда поехали? Да давай, все, давай строим, ломаем. Ты куда так ускорился? Ты грядки не убрал, дрянь ты! Ай, ой-ой-ой. Как? Ты дрянь, ты фальшивка, ты дрянь. Побежал, он стартанул с низкого старта. Так, ребята, тут мы, естественно, все тоже перепутали, чтобы нам было гораздо удобнее. И я хочу все-таки забрать максимальное количество изумрудов, чтобы все-таки победить. Так, один изумрудик. Надеюсь, что Гоша все изумруды все-таки не найдет, чтобы я, так сказать, победил, ребята. Я думаю, все и так понятно, что я хочу победить. Так, все, есть. Крафчу теперь алмазную кирку, ребята. И знаете, теперь у меня есть некий опыт вот в этой вот сфере. И я знаю, как теперь добраться до центра. Но, ребята, все равно, как бы, схема та же. Мне нужно сломать целых 3 блока обсидиана для того, чтобы добраться до центрального сундука. Так, Гоша, а ты там уже чем занимаешься? А где еще один алмаз? Серьезно? А, вот он. А, я думал, у тебя уже алмаза нет. Я думаю, все ровно поставил. Даже на один больше, вроде, если не ошибаюсь. Значит, на всякий случай, если ты запутаешься, сколько у тебя уже изумрудов, друг мой, если не секрет? У меня 2 изумруда, я сейчас тебя выиграю. Так. Я не хочу, чтобы ты выиграл, Гоша. Не хочу. Так, я нашел еще 2. И, ребята, заходим в эту самую тайную комнату. Заходим в эту тайную комнату. И я буду лутать прямо все, ребята, сундуки. Прямо все сундуки. Буду забирать полностью все. Не знаю. Потом сравним, у кого больше паучьих глаз и так далее и тому подобное. Да где эта книжка уже? Ё-моё. Так, стоп. Так. Так, а вот, вот пароль, пароль, пароль. 8833. 8833. Окей, все, забегаем. Вот, ребята, там сейчас есть зомби, и сейчас у меня будет самая настоящая бойня. Там их достаточно много, ребята. А какая бойня? Стой, стой. Так, ребята, нажимаем на плиту. А, господи, господи, они на меня напали. Напали на меня, дряни. Так, пьем, едим яблоко и залетаем сюда. Господи, ребята, посмотрите, сколько их тут. Вот, видите, в чем был интерес вот этих вот всяких мобов, которые вот здесь есть. На самом деле, золотое яблоко очень сильно помогает, и это не очень страшно, но я просто не ожидал, что как только я нажму на эту нажимную плиту, сразу же на меня нападут зомби с пауками. Так, еще какая-то ползучая дрянь какая-то. Так, еще бы не умереть. Так, ребята, отлично, отлично. Я все сделал. У меня есть еще один дополнительный изумруд. Еще рычаг, ребята. Только знаете, в чем проблема? Я, видимо, где-то с перепугу, да, спрятал свои изумруды. Ну, в принципе, Гош, я что-то хочу тебе сказать. Что хочу тебе сказать, мой любимый друг? Вот ты мне скажешь. Что я, в принципе, заканчиваю свой этап. Ставлю, ой, рычаг немного не сюда. Я, в принципе, закончил. У меня 9 изумрудов, надеюсь, что все-таки у тебя меньше. Так, ребята, сейчас включаем гейм-мод, проследим, что там делает Гоша. Так, Гоша, ты у нас вообще сейчас где? Ага, ты на этапе зомби, только у тебя что? Зомби почему-то пропали. Ну, на самом деле... Ухмаляться! Там... А, я меч выкинул! Делай кирка, мне кинул, все равно. Я кинул тебе меч, Гош. На, держи, так будет честно. Просто ты, видимо, с перепугу испугался человек. Так, ну давай, Гош, главное нас... На побачення, до свидания! Так, ого. Слушай, ого, смотри, он твой меч подобрал, твой меч подобрал! Ты шо, скот, ля? Я думал, ребята... Ой, вот он скотина. Он тебя убил? Ребята! Убил. Мне кажется, у нас есть победитель, но ты на самом деле же должен заспавниться. Ты должен заспавниться. А мне все равно, я не заспавнился, но я телепортировался. Так, телепортировал. Ну давай, все, давай, залетай прямо туда, в эту кабинку. Биотуалет, залетай сюда, давай. А куда? Какой биотуалет? Так, ну все, лутай, Гоша, надеюсь, что у тебя... Как поломать эту фигню? Да не надо, оно не будет уже спавниться. Ты же здесь стоишь. Надеюсь, что все-таки изумрудов у меня выйдет хотя бы на один, но больше. Так, Гоша, ставь рычажок, выходи, ты старый паучок, выходи. Итак, сколько... Я старая няша. Сколько у тебя изумрудов в итоге? Давай подлетим к нашим эндер-сундукам и посчитаем общий, так сказать, общий... Слушай, не, я понимаю, ты, конечно, летать умеешь, но я-то не пикабум. Давай так. Как-нибудь... Тихо. Да. Какое такси? Я ролик снимаю, дрянь!
Продолжаем. Так, итак, Гоша, давай, скидывай свои эти изумрудики в свой эндер-сундук, и давай посчитаем, сколько у кого изумрудов. Итак, сколько у тебя? У меня 15 штук. 15! А у меня... Знаешь, сколько? Угадай, сколько. Угадай, сколько, скажи. 47! Нет, у меня не 47, и даже не хромосомных делений, у меня 19. А это значит, ребята, что по итогам двух раундов в тяжелейшей борьбе побежаю я, ваш слуга фиолетового цвета. Я фиолетовая кофточка, я фиолетовая дрянь. Привет, Юла. Значит, ребята, на этом ролик заканчивается. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравились ролики подобного характера, и вы хотите, чтобы я с кем-нибудь еще раз посражался, какие-нибудь более креативные испытания придумаем, ребята, то вы знаете, что делать. Ставите лайк под это видео, как набирается приличное количество лайков, и вы будете меня просить там под роликами, так, пиксель, мы хотим соревнования, то я, конечно же, их сделаю с кем-нибудь еще, ребята. А обязательно подписывайтесь на канал, ребятки, ставьте лайки, не забывайте оставлять свои комментарии, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новый ролик, который выходит каждый день в 11:30 по московскому времени. Всем удачи, ребят, и пока!